Контактная группа по обороне Украины приняла решение о долговременной поддержке Украины. Об этом сегодня в Брюсселе на встрече в формате «Рамштайн» заявил министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона уверяет, что союзники помогут Украине в весеннем контрнаступлении. В ходе заседания стало известно, что 8 стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды – предоставят Украине танки «Леопард» немецкого производства. А Соединенные Штаты и Чехия передадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72. Параллельно США, Германия и Нидерланды отправят Украине системы ПВО «Патриот». Другие страны-участники обещают помочь Украине с боеприпасами. Оглядываясь сегодня на этот зал, я знаю, что наше единство будет только крепнуть. Мы все понимаем, что на кону войне, которую решила начать Россия. Речь идет не только о праве Украины на жизнь в мире и безопасности, но также о том, какой мир унаследуют наши дети. Никто из нас не хочет жить в мире, где автократы могут нападать на мирных соседей, нарушать их границы и бомбить их народ. Мы выступаем за мир, где правила имеют значение, где уважают суверенитет и где гражданские люди защищены.